Накануне в социальных сетях распространилось видео о жестокой массовой драке в Ворошиловском районе Волгограда. На кадрах можно заметить порядка 10 человек, которые избивают, по словам очевидцев, 19-летнего парня. По предварительной информации, ему понадобилась госпитализация, а состояние волгоградца никакой информации нет. Главным управлением МВД России по Волгоградской области комментарий по данному происшествию не предоставили.